Панигейм, мы сегодня будем с папой. Всем привет. Мы сегодня будем открывать мифик питомцев там где-то за 20 минут. Видео сейчас обрежется, и у нас будет где-то 2-3 части. Кто хочет посмотреть, они скоро выйдут. Поэтому пошли, пап. Мы будем сейчас открывать яйца вот этой вот зоне, новом ивенте. Здесь просто у нас, нам нужно открывать мификал питомцев в вот этом золотом яйце, да, пап? Да. Я сейчас оборву это видео, мы потом под конец посмотрим, сколько, и так будет несколько частей. Мы будем открывать вот это яйцо, и мы будем смотреть, сколько нам выпало мификал. Все остальные вот эти 5, они не считаются, можете их не считать, когда мы их выберем. Поэтому я вам буду показывать, какие новые. Поэтому встретимся через 20 минут. Так, прошло уже ровно 20 минут. Извините, что я так сказал. И я открыл 153 яйца. Но смотрите, у меня выпал один шайни легендарный. Сейчас смотрим на мификал. Ни одного вот этого мифического не выпало. Но смотрите, сколько у меня легендарных. И это я еще поскрещивал в рейбу. Кому интересно, можете выбивать. Это, в принципе, прикольно, но очень долго. Потому что это все за 20 минут. Но ни одного мификал за 20 минут вы не выбите. Но можете выбить мификал, но с очень маленьким шансом. Поэтому всем пока, кому интересно было. Всем пока. Пап, ты выбил мификал? Нет, мификал не выбил, выбил легендарок, но и ни одного ни шайни, ни мификал. Я одного шайни. Всем удачи, всем пока. Всем пока.